Здравствуйте, меня зовут Константин Ермаков, я являюсь массажистом команды «Нефтехимик». Здесь, в этой части нашей раздевалки, находится восстановительно-реабилитационный центр, где ребята проходят подготовительные мероприятия перед играми и тренировками, и, соответственно, после игр и тренировок они здесь восстанавливаются. Пойдемте, я вам покажу, что у нас здесь есть. Сауна. Как видите, здесь может разместиться добрая половина команды. И для любителей экзотики хамам. Вот он уже практически готов. Готовимся к окончанию тренировки. Также ледяная купель с очень холодной водой. Но это для экстремалов. Это не всем дано. Стоять в ледяной воде по 5-10 минут. Также здесь у нас находятся массажные столы, где мы проводим и подготовительный массаж, восстановительный массаж, различные мануальные манипуляции, ну и физиотерапевтические оборудования, такие как криосауна, хивамат для проведения различных физиотерапевтических мероприятий. Все они очень мощно развиты, и порой бывает достаточно сложно все это мясо размассировать, но мы стараемся. То есть, если у нас спортсмен недовосстановленный, то, соответственно, он не сможет на следующей игре показать 100% своих возможностей. А порой этих возможностей уже выложить даже больше, чем 100%. Поэтому восстановление – это важнейшая часть хоккейной судьбы. В любой команде хоккейной, в том числе и нашей, не бывает неважной работы. Всем действительно винтики, но эти винтики, от каждого винтика зависит достаточно много. Понимая меру своей ответственности, к работе относишься с повышенным, к себе предъявляясь повышенные требования, и, как правило, все это оправдывается.